Покормила своих хвостатиков. Всем доброе утро. А я с утра заскочила в магазинчик. Купила 2 батона. Очень хочу сделать гренки. У меня есть всякие травки сухие. В общем, сделаю гренки. Хотела, знаете, такой хлеб купить. Круглый, он, по-моему, называется пшеничный. Круглый белый хлеб. Но его не было. Взяла вот 2 батона. Нормально пойдет. Это я уже до кучи увидела, вот эти вот сосиски Молокуш, они очень нам понравились. Думаю, надо взять одну пачечку. И помидоры, огурцы. Огурцы 160, помидоры 170 за килограмм. Черри. Ну, я в наш местный магазин заходила, черри там нет. Вот. Поэтому купила вот такие обычные. В общем, у меня такие маленькие покупочки. Вот, совсем не хочу, прям буду сегодня делать гренки в духовке. Ну, гренки, да, они называются. Сухарики, в общем, из белого хлеба очень хочу сделать. Вот, так что такие у меня, блин, совсем маленькие покупки. Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Совершила утром небольшие покупки, сейчас привела себя в порядок и хочу показать вам еще свой заказ в Faberlic. Вот, заказала там платье, ну, планирую его носить. Ну, как бы в прохладные денечки летом, здесь как бы по участку, вот такое. Должно быть симпатичное платье, вам тоже примерю, давайте покажу. Итак, заказ Faberlic, он у меня такой небольшой получается, вот в коробочке мне пришел. И вот оно платье. Платье, ну, я его уже раскрыла, тут посмотрела, надо будет его сейчас примерить, и я покажу вам. То есть оно такое... как бы плотный хлопок. Вот такая ткань у него. Слушайте, ну мне понравился цвет. Мне понравилось, как сидит на модели. Не знаю, как будет сидеть на мне. Сейчас проверим. Я взяла 44 размер, фисташковый цвет. Он есть еще в других размерах, это платье. Ну, я вам артикул на него, конечно же, оставлю. Состав 95% хлопок и 5% эластан. Вот. Сейчас уже действует вот этот каталог, я что-то поздно показываю, вот, ну, в общем, тоже с удовольствием его полистаю. Конечно же, я взяла вот эту свою любимую тушь еще обязательно, вот у нее артикул, она мне очень нравится. Многие девочки, которые тоже заказывали эту тушь, писали мне, что им тоже нравится, 58-69, это вот эта вот, вот такая вот в красный, вот этой вот, в общем, вот так вот она выглядит. Очень классная тушь. Не отпечатывается. Я, ну, и снег шел, да, и, в общем, морозы были, не отпечатывается, и дома не течет, ничего. Очень мне нравится вот эта тушь. Она теперь самая любимая всех тушей Faberlic. Вот, и немножечко давайте покажу бытовую химию, а потом примеру платья покажу. Заказала вот эти любимые мои кондиционеры. Использую их для стирки как раз-таки, когда стираю эти... шерстяные всякие вещи, действительно защищают волокна, не образуются катышки. Вот мне очень нравится вообще. Вот, заказала аж 2 штуки. И заказала еще вот эти вот освежители воздуха, которые удаляют запах животных. Я прям вот мою лоток, потом вот так вот, да, кошачий, прыскаю и уже засыпаю наполнитель. Очень мне нравится, даже когда вот просто я убираю наполнитель, да, вот эти комочки, потом еще вот так вот вокруг все пшикаю, и никакого запаха нет. Действительно удаляет неприятный запах от животных, я и на мебель тоже, в общем, везде. В общем, 2 штуки заказала, будут у меня. Вот, еще заказала вот такой шампунь, это для мужчин моих, вот. Ну, не знаю, попробует, универсальный шампунь для всех типов волос, вот. Не знаю, попробуют. Я шампунь, мне кажется, не заказывала Faberlic. Вот решила впервые взять, попробовать. Может быть, действительно классный. Так, и любимые гели для душа моих мужчин тоже. Вот такой кокос-ананас. Очень классно пенится. Классно имеет аромат. Вообще очень нравится. Вот. И вот такой вот как бы с цитрус. Здесь лимон-мята. Действительно, тоже очень классный аромат. Не сушит кожу. Я и сама ими тоже пользуюсь. У меня все гели для душа от Faberlic. Мне очень нравится. Вот. Так что вот такой вот у меня был небольшой заказ. Артикулы и ссылки, как всегда, оставлю вам внизу в инфобоксе. И давайте я примерю платье вот это. Итак, вот это платье. Оно, правда, мятое. Видите? Ну,
Я его достала только из упаковки, не гладила ничего, хочу сразу вам показать. Слушайте, классное платье. Я заказала в 44 размере. Оно вот здесь вот, то есть резиночка идет здесь, и сзади вот здесь вот резиночка идет. Вот, и оно, во-первых, скрывает все, что мне нужно скрыть. Вот, и во-вторых, а подчеркивает все, что нужно подчеркнуть. Да? Вот, так что платье мне очень понравилось. Оно очень приятное к телу, и я вот планирую ходить... Ну, не то чтобы дома, но дома по участку. Ну, как-то так. В общем, вы поняли. Длина очень хорошая. Единственное, я тут в таком виде, но я сейчас дома хожу, у нас что-то похолодало. Где-то сейчас минус, не знаю, сколько даже, хотя светит солнышко. В принципе, так погода хорошая, но минус. Хотя обещают потепление, так что все хорошо. Вот, и вот так вот выглядит это платье. Слушайте, ну, класс. Мне очень нравится. Оно такое хлопковое. Оно, ну... тянется, соответственно, мне кажется, подойдет на любую грудь. 44 размер, вот такая длина, у меня рост 1,65 м, и оно идет размер в размер, то есть оно мне комфортно, нигде ничего, вот эта резинка, она просто, ну, как бы не давит, да, с учетом того, что я не отличаюсь узкой талией, да, вот, оно просто здесь получается, ну, как бы собирает, чтобы была вот такая вот, ну, как бы здесь вот, да, вот, говорят, рюшечки объем здесь прибавляют немножко, и здесь тоже. Ну, соответственно, в общем, ну, короче, вы поняли. В общем, вот так вот. Даже с моими красными тапочками очень даже неплохо. Вот, но у меня еще и зеленые такие тапочки. Вот, так что вот так вот. Платье очень классное. Единственное, что мне почему-то хочется, чтобы здесь были кармашки. Я не знаю почему. Мне кажется, с кармашками вообще будет супер. Так что вот такая вот. Вот такое вот платьице. Ну, комфортно, очень приятно. Мне нравится. Вообще одежда от Faberlic, она прикольная. По своему качеству мне нравится. Может быть, не все фасоны мне подходят, не все фасоны мне нравятся, но вот качество одежды очень-очень нравится. У нас такое солнышко, как будто прям вот вообще смотришь, знаете, и как будто лето уже, да? И уже хочется так лето мне вообще, вы не представляете, у меня тут цветочки зацвели, сейчас вам еще один покажу. Вот этот цветок у меня зацвел, хотя он так немножечко погибает немножко у меня погибал, я его сюда поставила, ну как-то получше. Но надо будет его отсюда убрать, потому что здесь у меня солнце такое достаточно яркое, вот, и сжигает листья. Меня, кстати, спрашивали, не темно ли мы вот этому цветку. Нет, наоборот, он немножко притенен, как бы получается, да, занавесками, шторами, тюлью, я не знаю, как правильно назвать, я вот это называю тюль. Вот, и летом не обжигаются листья, потому что вот все, которые вот сейчас вот здесь вот у меня стоят, я их буду убирать отсюда летом, иначе прямо ожоги такие на листьях стоят и зацвели у меня. Тут еще покажу, зацвели цветочки, правда, окна у меня грязные, надо помыть. Ну, я уже сейчас не буду мыть, я помою, наверное, ну, когда потепление будет. Потому что даже мне не пробраться, там у нас снег, столько проваливаешься в этом во всем. В общем, вот такая вот история. Я хочу сказать немножко пару слов, потому что, ну, невозможно не сказать. Я ситуацию, которая сейчас происходит, на своем канале не обсуждаю. И все те, кто очень хотят мне что-либо высказать или обсудить со мной эту ситуацию, пишите, пожалуйста, в личку в Инстаграм. Только там я буду обсуждать лично с каждым эту ситуацию. Все комментарии какого-либо рода, но я знаю, что YouTube сейчас не пропускает оскорбительного характера комментарии, я удаляю их YouTube и удаляю их я. Вот, поэтому, ну, соответственно... особых я, конечно же, также блокирую. Потому что на канале, на Ютубе я это обсуждать не буду. Это моя четкая позиция, и все. Те, кто не понимает, почему я это делаю, вы можете считать меня кем угодно. Это ваше право, и я отнимать его от вас, соответственно, не буду. Вот, но высказывание, я еще раз говорю, в Инстаграме. Здесь нет, здесь я все блокирую. Я сейчас, конечно, немножко не снимала ничего, вот, но я по просьбе моих зрителей, которые мне также писали в Инстаграме, я, ну,
начну снова снимать, да, и постараюсь снимать как можно чаще, потому что меня об этом просят. И спасибо всем девочкам, кто мне писал. Я вас очень-очень-очень люблю. Вот, так что вот так вот. Давайте я вам покажу цветок. Смотрите, какой у меня красавец зацвел. Я сразу предупреждаю, у меня окна грязные. Это я пшикала, а это у меня погиб цветочек. Я его пыталась тут реанимировать. Это азалия, по-моему, да? Вот. И, ну, короче, вот, как-то так. Пытаюсь реанимировать. Я посмотрела, там корни вроде ничего. Может быть, выйдет. Не знаю. Вот, смотрите, какой у меня красавчик зацвел. Вот, и еще, вот это у меня, по-моему, красный. Я не помню, у меня таких цветка 3 тут стоит. И вот они меня каждую весну радуют. Кстати, в марте все время зацветает. Поеду в Оби в ближайшие дни и куплю себе. Если будут, я хочу купить себе еще один такой цветок. У меня должен быть, вот у меня белый зацвел, у меня еще должен быть красный и такой красно-белый. Вот. Не знаю еще пока, какие есть цвета, но обязательно куплю. Это я опрыскивала, сейчас вам покажу, вот это чем. Вот я еще заказала на Озон вот такую лампу. Девочки, какая она крутая, смотрите. Я поставила ее сейчас сюда к орхидеям, потому что у меня вот эта орхидея, видите, тоже начала гибнуть. Что-то у меня тут кто-то лазил, я чувствую. Прям чувствую, что надо у меня убрать. Это у меня тут сломанная она. Вот. К орхидеям и вот к этой поставила. Вечером включала. Сейчас я вам включу, покажу, как светит. Ссылку это на Озон я сказала. Ссылку вам оставлю. Здесь, смотрите, есть таймер на 3 часа 9 и 12. Но я почему-то включаю сама. Я не знаю, почему я это делаю. В общем, давайте сейчас включу. Смотрите, лампочки светят синим и красным. Да? Вот они. Вот видите? На прищепке это очень удобно. То есть можно перемещать, куда вам нужно. Я это для рассады. Я рассаду еще не посадила, представляете? Ну ладно, как всегда. Ну, может, я просто куплю потом рассаду. Уже не семечек, а саму рассаду. Что-то я в этом году вот как-то так. Вот, потом можно поставить, чтобы светило только синим, видите? И можно включить, чтобы только красным. Вот, я включаю вот такой красно-синий для цветочков. Вот, сейчас включаю здесь вечером, потому что вот у меня что-то, да. И еще можно регулировать силу освещения, да? Наверное, не сильно заметно. Она становится более тусклой и более яркой, соответственно. Вот, у меня она всю яркость сейчас стоит. Вот. И еще заказала вот такое, это все на Озон я заказывала, вот такое средство, смотрите, регулятор роста и развития растений, природный антистресс. Вот как раз вот для вот таких, которые у меня что-то в этом году начали гибнуть, вот такое вот. По отзывам почитала, здесь водичка, я там сделала такую дырочку и буквально несколько капель я на листике пшикаю, вот такой вот, почитала очень много отзывов, что прямо спасают растения от, ну то есть вот так же начинают гибнуть растения, они опрыскивают, ну там девочки, да, писали на Озон, и все становится хорошо. Не знаю, один раз только попрыскала, сейчас включила сюда лампочку. Вот, потому что хочу, видите, у меня вот это туда начало к свету, потому что, ну, зимой у нас мало солнца, у нас вообще нет солнца, я бы так сказала, зимой. И начали вон туда листья идти, здесь вот все они какие-то лысые, вот. И я хочу здесь по-другому немножко организовать свои цветочки, это у меня, это я покупала в магазине «Фамилия» вот эти сухоцветы, меня тоже кто-то спрашивал. Ну, не сухоцветы, это из бумаги, пластика сделано. На самом деле, не очень удобная штука. Чтобы снять пыль, надо промывать. Я промываю душем вот эти вот штуки, и они из бумаги, соответственно, они отваливаются. Ну, в общем, стоит и стоит. Но мне нравится вот эта моя композиция. Я ее хочу переставить в другое место, здесь по-другому все организовать. Ну, короче, это у меня такие планы. Вот. Но для начала нужно заняться рассадой, чтобы вот такие планы осуществлять, да, я не занимаюсь. В общем, вот такое вот, тоже оставлю вам ссылочку. Очень много положительных отзывов на вот эту вот историю.
вот, на вот эту вот подкормку, и писали, что и рассаду вот этим опрыскивают и поливают, и в огороде, то есть не только домашние цветы, но и в огороде тоже, и розы, и, в общем, куча-куча всего опрыскивают вот этим... вот этим средством. Но здесь еще написано, что помимо вот этого надо еще и кормить. То есть это как бы стимулирует рост и развитие, но нужно еще обычную подкормку. Вот хочу, наверное, все-таки в обе съездить и купить. Ну, какую-нибудь... У меня все закончилось. У меня остался только вот такая для орхидей. Вот такая вот. Тоже, по-моему, в обе была куплена. Надо мне для остальных тоже подкормочку как раз купить. Ну и рассаду там посмотреть или что там, не знаю, надо что-то посмотреть. В общем, погулять по обе. Поеду, обязательно возьму вас тоже с собой. В общем, лампочка крутая. И еще вот это все, оно все гнется, можно по-всякому, по-разному. То есть можно, если у вас какое-то, да, такое скопление растений, можно вот там на одно, на второе, на третье, в общем... Вот, тоже много положительных отзывов, что цветочкам нравится вот это все дело. Вот, но у меня пока вот так организовано, потом как-то переделаю. Но планов много у меня на этот уголочек. Сделать его таким прям зеленым-зеленым хочу я, чтобы у меня тут много всяких растений было. Вот, на лампочку тоже много отзывов, у меня пока все работает. Ну, сейчас я выключу, сейчас у нас утро, что, работать, да? Вот, и... удобно то, что прищепка. И прищепка такая достаточно большая, то есть можно и на подоконник, и потом убрать, если вам не нужно. То есть не надо вот этих ничего подвешивать сверху. Очень классно. Я вот заказала с тремя, есть еще просто с двумя вот такими. И, по-моему, одна есть вот такая. Но там посмотрите, поищите. Я вот на эту ссылочку вам оставлю. Что вот такие у меня еще были покупки с сезона. Ну что, я сделала гренки. Просто я их вот так крупно режу. Гренки, сухарики, как хотите называйте, да, это. И добавляю, вот смотрите, вот такие травки итальянские, это я Сахерб заказывала, да. И вот такие, это лук. Вообще здесь чеснок еще должен быть, и пахнет чесночком. Здесь еще немножко соли есть, в общем, такие травки. И у меня есть вот такой сухой, ой, сухой чеснок. И соль. И немножко масла сбрызнула. И сейчас поставлю это в духовку. Я это буду пока в духовке стоять. При 180 градусов я их как бы поджариваю. Я буду еще их перемешивать периодически. И вот такие вот сухарики у меня получатся. Не знаю, что мне захотелось именно из белого. Ну, из белого хлеба я хотела, из пшеничного, да, как я уже сказала. Но получилось вот так. Еще отварила свеклу. Хочу сейчас тоже свеклу сделаю с чесночком. Но это к ужину у меня уже будет. Вот, так что... вот такое вот, не знаю, прям захотелось очень сильно. Я вначале думала просто себе, знаете, такие эти сухарики, там всякие кириешки, типа того, купить. Вот, но потом как-то вот я передумала, решила сама сделать. Ладно, что творится. Кот на детской лазилке сидит. Там мальчишки гуляют и взяли с собой кота. Ну, он у нас под присмотром, мы его выпускаем, он сидит. А вот там вот птички всякие у нас чирикают. Он их пытается, ну, поймать. Это сильно, конечно, сказано. Да, Левушка, не замерз? Не замерз, Леофана? Ходит такой там. Вообще, у нас обычно коты себя так не ведут. Ну, все остальные наши. Каспер там, Гуня. Такое не вытворяют. Хочет слезть уже. Никак, мальчишки потом снимут, если что, его. Мальчики, вы только доску не трясите, он на доске, на доске этой сидит. Какую доску? Вот эту, видишь, он на доске сидит. Мама, мы ее не трясем, мы ее держим. Хорошо, так. Хорошо. Я ее держу. Мне он присосал. Сам? Он уже миллион раз так делает. Ну. Вот такая вот у нас. А эти у нас старые кости. У нас тут кости еще валяются. Пытаются их немножко грызть на морозе. У нас сегодня что-то холодно, минус 9. Вот. Снег все. Да, Джуська? Они тут, в общем, гуляют. Это так вообще, смотрите, что делают.
сидит и сидит там. Ужас. Левушка. Переживаю за него. Ну, хотя там снега много падать. Мягко, если что. Ну и высота уж, конечно, не такая уж большая. Но все равно. Господи, бедные мои яблони, бедные наши деревья будут летом. Это же кошмар. Да, Бона. Вон, деловые женщины у меня. Ну, так и у нас хулиган растет. Вот, получается, мои греночки. Я их, ну, как бы, получается, зажариваю. И они внутри, сейчас они остынут, я переложу. Они внутри, получается, мягенькие, а сверху такая поджаристая корочка. Очень мне нравится. Я уже парочку тут слопала. Супер. Сделала вот салат. Этот свекла с чесноком и с майонезом. И сверху яичко потерла. Вот. А здесь я решила, думаю, что я просто так сосиски купила, я решила потушить капусту с сосисочками. Вот. Правда, у меня нет томатной пасты, закончилась. Но думаю, ладно, мне и так будет вкусно. Так что наготовила это вот майонез. Я сейчас салат клала. Вот. Добавляла в салат, правильно говорить. Вот. Так что греночки буду лопать. Очень хочется. Ну и салатик. Тут такое у меня все. Ну, не считая гренки, все овощное такое сегодня. Приготовила. Ну, мясо у меня там есть еще приготовленное. Поэтому вот так вот на сегодня. Классная картина, да? У меня каждый вечер и каждую ночь. Я не могу. Мне пора переезжать. Причем мне нужно переезжать не куда-то там, на другую кровать. Нет, ни в коем случае. Потому что вся эта троица... Вся эта троица пойдет за мной. Мне нужно переезжать на пол, чтобы было хоть как-то мне местечко. Они еще постоянно жмутся, пытаются лечь не просто рядом со мной, на меня, на одеяло. В общем, я не знаю, что делать. Я не высыпаюсь, девочки. Это ужасно. Вот такая вот у меня картинка. Не хватает еще Боны и Гуни здесь. Вот. Ну, в общем, на такой вечерней ноте я буду на сегодня с вами прощаться. Я надеюсь, что вам понравилось такое видео, оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал, кто еще не подписан. Всех люблю, целую. И всем привет от моих хвостатиков. И до новых встреч!